Давайте и наши. Давайте бегом. Значит, Хризи будет тончить тьму. Там Ашам зайдет, нет? Ты вроде написал, что зайдет к Халиону. Кто? Ну вот этот из цыганей. Самый вопрос, а почему цыгане? Вот он стоит, хилит. Отбеги от моба. Давайте быстренько убиваем, отдохнем перед обычкой. А если в обычку неким пойти, но, блядь, есть пиздец такое желание, можно как-нибудь там, не знаю, в замене сидеть, чтобы либо поищить или нет? Ничего не понял. Ну, неким вообще пойти в обычку, но я бы пошел, если был персонаж, то есть мне никак либо не получить, правильно? А, нет, тру, наверное, у катания такой баун. 25. Давайте Болтара, Архмана, Босси, Хризи первая копия.
Поехали. Это рис и Тимана, сейчас подождите, пока не запускаю арма. Да, еще есть рыба похавать. Сейчас лапу что дайте и каску барабаном, если есть. Ничего не понял еще раз. Рыба-то есть похавать? А нахуй вам? Да. Просто чтобы вам помочь был. А нет, это для геев. Я понял. Почему вам стан давать? СС на кого? Не на кого. Рис Тиман. Ждите рыбешку, кто не боится. Кто не боится быть геем? Ну да. Кто уже гей? Ну запускай босса, короче. Приехал. Я пока не могу начать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу начать это заклинание. Сильнее страдания. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Напись залей, Ибр. А весом шамана. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось. Шаман, иди сюда. Начинать. Снимать некому. Спухи кастуют. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас даем. Убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Да, он так и не понял то, что, блядь, я первый в пати. Даю Атма орех, а он, сука, вас другому ДК дает орех, блядь. Пошли, генерал. Да, опять воля кулдаун, пиздец. 85 секунд без воли бить. Алекс Страза выбрала достойных союзников.
Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Блять, питов. Только один мог больше. Просто другой зафиль. Увидел. Слуги, обратите их в пепел. Я пока не Ален! Я. Шлем пускай. Опоздали. Рубиновое святилище пало. Погодите, пожалуйста, не бейте. 56 секунд, кулдаун, берсы. Да магии не будет. У всех. И немножко берите, понимаете. Только этот, Боец, пожалуйста, ты это продублируй, потому что у меня не показывает материальность на Халионе, я не знаю почему. У меня все время написано 0% материальность, все время будет 0. У меня тоже. Я не знаю, почему такая хуйня. Просто скажи, пожалуйста, когда там будет 40, я стопну. Берса откатила, спасибо за ожидание большое. Я понял. Перенесите его. Да, привет. Да, конечно. Только скажи. Да. Ну я думаю, пускай аэродруппы диспели это похилим. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам
выпала честь узреть начало эры разрушения. Сейчас кот сорвет. Он не скидывает. Я понял. После скажешь по процентов, ну. Я залил уже. Да-да. Гимн будет на ману? А, все, иди. Если бы Лена через Майн Бласт играла, было бы заебись. Диспыльте, диспыльте быстрее. Диспыльте. Кота сбрил как-то лезвием, походу. Я нечаянно умер, там просто криво держит. Держит этого криво, вот, я не могу бить шредом. Ты сказал падаем или что? А почему? Сколько еще таких героев? Воет, скажи, пожалуйста, танку во тьме, чтобы он чуть-чуть его держал по-другому. Я шредом не могу бить с той позиции, как он его держит. Если я бью со спины шредом в нормальной позиции, меня вот как сейчас будет сбивать. Thank you.
Да, я уже просто давно не играл. На хале. Разучился. Да, я хотел показать точку ДК. Там встаешь, вот, вот эту дугу видишь, которая напротив дерева, с правого бока холеона. Вот прям у этого, блядь, ну сейчас объясню, покажу. Встаешь и там прям по центру будешь между лезвиями. Вот эту хуевину видишь, на которую я смотрю. Каску. На кота я все скину, да? И все. Да пофигу, вдруг упадет еще раз. Если посмеете. Да не надо, все в порядке. Я... Беги, малышка, беги! Оделся на ману. У меня двойнера во тьме нормально. Вот опять. Сделай, пожалуйста, 3 шага влево. Я есть связь, дерегайтесь теней. Когда?
Давай, мама. Давай, мангу. Я только рисковал обновляю. Я не вижу материально, скажите, пожалуйста. 50 пока. Заходить можно, Тмазок? Заходить можно? Беги, малышка, беги! Да, нету пока, может зайти. Истерию зря отдал. Я не просил. Ну, колечко прикольное. Мой господин, этот мир сгинет в огне. Смотрим, прыгайте в порт. Дайте пати, да. Да, он прыгнул, походу. Потому что я первый прыгнул, уже забыл. Давайте, мужики, всем удачи, спасибо. Спасибо. Подожди, вот, сними мне с ДК 500, я на 300 писал. Я бы хотел на кота оставить. Это у меня ребенка укачивают на заднем фоне. Ты как раз мне не накинул, я вовремя вышел, сейчас я... А этот твой, это я с Акмо, сними 500, я на приста писал. Угу, спасибо.